Всем привет, ребята! Добро пожаловать в 19-ю серию моего летсплея The Sims 4. Мы продолжаем играть с нашей семейкой Митчелл. Как вы помните, в прошлой серии мы отметили день рождения Джошуа. Я его еще должна приодеть. Ну, в принципе, у него хорошая одежда домашняя. Я бы хотела посмотреть на его одежду обычную. Мы сейчас это сделаем. У него, кстати, день рождения до сих пор продолжается. Сегодня суббота, дедушка с ним общается. Да, я не устраивала вечеринки в прошлой серии. Я сделала день рождения совершенно таким не особо приятным, я думаю, для нашего мальчика. Мамы не было, мама была занята своим телом, думанием только о Денчике и общением с каким-то Григорием посторонним. В общем, странная маменька. Как-то у нее крыша, наверное, поехала совсем. Ну, в принципе, я думаю, это на некоторое время. В общем, сегодня у нас большие планы, огромные. Мы сегодня собираемся встретиться с Денчиком. У нас тут, кстати, кораблик плавает. Ой, как здорово вообще, красавец. Вы просто посмотрите. Давайте мы закончим бегать, потому что я не хочу, чтобы у нас портились нужды. Вы посмотрите, мы похудели, ребят! Что-то вроде... Хотя, мне кажется... Ай, ладно, неважно. Вроде бы похудели. Так, ну что, давайте мы сменим одежду. Например, возьмем для праздника. Праздник один, праздник два. Что у нас тут? О, вот это платьишко. Очень милое. И, наверное, позвоним Дэну. Денчику. И сразу же пригласим его на свидание. Думаю, будет очень хорошо пригласить его на свидание. У нас, кстати, немножко понизилось тут розовенькое состояние. Ай, бог с этим. Мы, я думаю, поднимем за эту серию очень хорошо. Я хотела бы куда-нибудь в какое-нибудь местечко, может быть, в Синий Бархат отправиться, потому что здесь, в принципе, очень красивый вид. А может быть, куда-нибудь вот сюда. Сейчас так недоступен. А что у нас здесь, в этом городе? О, даже не знаю. Мне, в принципе, понравился вот этот бар. Он очень хорошенький. И я думаю, мы будем, наверное, в другом городе. Я, наверное, выберу вот этот город. Мы были на прошлом свидании в этом парке. Наверное, мы отправимся вот сюда. Мне нравится этот бар. Помните, там одни старички были? Ну, бар просто шикарный. Там такие классные беленькие диванчики. И я думаю, нашим с ним понравится. И освещение там замечательное. Я бы хотела еще на улице время провести. Не только в здании, в баре. Так что так. Собрать урожай с 20 растений. Мы уже давно исполнили это. Ну что, свидание началось. Нам нужно исполнять, а основная цель — поболтать, пообщаться с персонажем 10 раз, шутить о моде, искренние комплименты, поднять настроение. Ой, уж 300 раз искренние комплименты я не буду делать. Случайно нажала 2 раза. А я хочу поднять настроение. Я хочу занимательную историю рассказать. Мы немножечко посплетничаем. Наверное, все-таки выразить восхищение, обсудить мир во всем мире. Ну все, это пообщаемся. Никуда ты не пойдешь. Общайся здесь. Так, сесть и поговорить. Ну, мы это сделаем обязательно. Когда доделаем вот эти все действия. Ну и давайте перемотаем. Стоят так далеко друг от друга, поближе бы хотя бы встали. Ой, мы уже выполнили флиртовать вместе. Я не помню, как точно это задание у нас, как тут написано. Ну, ну ладно, обсудить интересы. Осталось нам 5 раз сделать это. Обсудить технику фитнеса. Мы немножко похудели, как ты видишь. Так, ну и нам нужно уже романтические действия делать. Сколько еще? 2 раза. Мы хорошие друзья. Рассказать скандальную, забавную историю. Искренний комплимент. И исторический анекдот. А, и давайте еще... Все, отлично, мы исполнили. Какой музончик замечательный. Просто вообще, вы просто нас послушайте. Так, теперь сядем вместе. Беги давай быстренько, садись. Опачки, опачки. Мне так нравится, как они идут, когда перематывают. Стоп, стоп, стоп. Как-то куда-то я на крышу забралась. Садись. Ну-ка, быстро сел. Садись. Почему не сел? Садись. Эй.
Давай. Ну чё, ты чё? Чё такой медлительный-то? Хорошо. Флиртуем. Ладно, займемся романтическим действием. Блин, какая-то баба с нами села. Что за бред, а? Хватит. Иди сюда. Что-то у нас не сложилось какие-то отношения с этой бабушкой. Что-то одни старички тут тусуют, а? Просто вообще. Не, ну тут есть какая-то. Ты что с ней общаешься? Иди к нам быстро. Блин, сколько народу, а? Ладно, общаемся с этим чуваком. С Дэном, точнее, с этим чуваком. Блин, ну сел вдаль такой флиртует с ним. Ну что за... Я просто не понимаю. Во, кокетливо, ну точно, рассказать историю. Давайте мы расскажем историю, страстно поцеловать. Давайте немножечко заключим в объятия. Поцеловать руку. Да господи, я даже не знаю, как это будет выглядеть, когда женщина целует мужчину руку. Хвалит внешний вид. Мы все будем спокойненько, постепенненько делать, потому что, как вы знаете, что они могут обижаться. Ладно, господи, подарим ему розу. Ну что вы в такой дали-то общаетесь? Что за бред? Давай, иди вставай и дари розу Дэну. Это будет очень мило. Здесь такой музончик играет, просто шикарный такой. Самый раз для свидания. Вау, здорово. Поцелуем руку, ну что ж поделаешь. Другого нету варианта. Опачки, видите, как все? Не удалось. Вот так вот. Как легко. Как легко, просто легко. Нет, флиртовать мы не будем, он не захочет. Бред какой-то, честно. Мне не нравится это. Давайте поболтаем просто, что ли. Поднимем настроение. Благо у нас хорошее состояние, у нас счастье. Нет, он не захочет. Мы можем попросить прощения, загладить вину? Ну это правда, реально тупо бы смотрелось, если бы она поцеловала бы ему руку. Так, еще что-нибудь сделаем. Флиртовать, признаться в симпатии, не знаю. 300 раз одно и то же будем делать. Думаю, ничего страшного не будет. Отлично, прибавляются хорошие. Да что ж ты будешь делать? О, так, что нам надо? Страстно поцеловать и, значит, рассказать историю. Историю давайте расскажем. У нас скоро конец, я совсем забыла про эти задания. А, давайте мы, дружелюбные действия, расскажем историю какую-нибудь. Есть тут занимательную историю? Думаю, в самый раз. Какая длинная история, вы послушайте. Заглазим вино еще раз. Так, душевно поговорить. Хорошо, это просто, это очень просто. Все, мы попросили прощения, потом еще раз пофлиртуем. Но страстно поцеловать у нас, наверное, не получится, потому что как-то мы не доберемся до этого действия, мне кажется. Ай, бог с этим, ничего. Сейчас мы к нему домой еще поедем. Мы домой к себе не будем возвращаться. Мы к нему поедем, так что... Так, вот шкин. Ау. Крутота, крутота. Давайте спросим про пару. 300 раз спрашиваем, хотя мы уже давно знаем. Ну, ничего. Это нам прибавляют какие-то, наверное, плюсики в отношениях романтических. Так, мы душевно поговорили или как? Хэмблет, Тревор.
Давай поговори душевно, чтобы золотую получить. А, два раза нам надо, понятно, я не заметила. Я боюсь сделать действие, реально. Может не захотеть тупо. А потом будет бузить на нас всех. Что, типа, эй, не приставай. Опачки. Отлично. Еще раз пофлиртуем. Ну, у нас уже золото есть, так что все хорошо. Пощекотаем нашего мальчика. Ой, интересно, захочет он? Я боюсь, нет. Я боюсь, он опять от нас отвернется. О, боже мой. О, отлично. Все отлично. Мы даже это исполним. Боже мой, они долго это будут делать. Все, у нас награда. Еще один, наверное, еще один бокал вина. Не бокал, а одна бутылка вина. У нас в багаже, как вы долго это все делаете. Ну вообще. Посмотреть глубоко в глаза, я хочу на это посмотреть. Блин, ну делай уже свои действия. Хватит общаться там с какой-то тетей. Эй! Нам нужен Дэн, а не какая-то тетя. Давай-ка. Подержим за руки. Так. Кстати, пара, интересно, захочет? О, давайте тогда признаемся в симпатии. Пожалуйста. Ура, 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 ура. Класс. Класс, класс. Так, что еще? Так, еще вот это сделаем. И, я думаю, попросим стать парой. Признаться в любви до гроба. Ну, пока рано, еще пока рано. Давайте сделаем массажик. И я бы хотела поехать к нему домой. И уже дома. Знаешь что, мы попросим остаться на ночь? Нет, предложить остаться на... Нет, это у нас дома останется. А я хочу провести время вместе. У нас отличные отношения, вы просто посмотрите. Ладно, я еще немного... Я могу еще немного побыть? Да прям побыть немного. Ты сейчас будешь еще долго с нами вместе. Фиг, куда уйдешь. Так, станешь с парой? Все, они нашли общий язык, наконец, спустя... Господи, он так как девочка прыгает, наоборот, должен... Отлично. Только об этом никто не должен знать. И теперь я бы хотела вместе с ним отправиться к нему домой. И там уже исполнить свои нужды, которые у нас есть. Плохие там питания, мы ему приготовим что-нибудь эпичное. Ну нет, сначала мы кое-что сделаем, хотя не знаю. Я не знаю, сначала покушать или кое-что сделать? Вопрос жизни и смерти. Я не знаю, сейчас посмотрим. Все, мы дома. Как у нас там с нуждами-то? О, да, нет. Ой. Ой, наши печеньки. А, круто, мы сейчас их поедим, наши давние печеньки. Иди кушай. А, наверное, возьмешь печенечку и будешь смотреть какую-нибудь комедию какую-нибудь. Надеюсь, Денчик тоже вместе с нами тоже это сделает. Будешь спиной смотреть комедию. Что она сейчас делает, вы посмотрите. Ага, она возьмет тарелочку. Молодец. Какой хозяйственный мальчик.
и что? А, он в туалет хочет. Не будем ему мешать. Иди в туалет, пожалуйста. А мы посмотрим пока еще комедию. Иди в туалет. Поднимем досуг наш. О, вместе с нами смотришь, молодчиночка. Отлично, мы можем смотреть телек еще и романтическими действиями заниматься. Это ж просто чудо какое-то. Чудо какое-то просто. Хорошо, мы сейчас кое-что сделаем. Во-первых, сходим в туалет. Ой, они это долго будут делать. Давай иди в туалет, пока не описалась. Чего вы так резко встали-то? Иди в туалет, а потом вы кое-что сделаете. Вот что мы сделаем. Да, ребятушки, именно это действие. Именно зачать ребенка. Никак не... Не просто в уху, потому что у меня такие планы. А планы у меня такие. Ну, они решили заняться уху, но наша Элеонора совершенно не будет подозревать о том, что она снова беременна. Вот и все. И мы вдруг приезжаем домой, узнаем, что беременны. А это можно сделать очень интересным способом, я думаю, все знают как. Вот. И потом дальше будут развиваться события. И как, я вам пока не буду рассказывать. Пока смотрите на то, что сейчас вы можете видеть. Ой, как весело. Прям чудо какое-то. Ну что, я не... Ладно, давайте мы посмотрим. В принципе, тут ничего непристойного нету. Это что за музончик у нас играет? Замечательно. Ну, я думаю, вы все это прочитали. А, усталость. Мы сейчас поспим обязательно. Ну, все. Так, а что ты встал? Все, он довольный, как вы видите. Ну, Элеонора, ай-яй-яй на самом деле. Из-за того, что ты торопишься, вот и получишь такую награду. Ребеночек, но это неплохо. Я думаю, это очень здорово. Мы посмотрим, как будут рождаться дети. Это мое любимое занятие в Sims. Вот честно вам скажу. Это мое любимое занятие. Родить, узнать, кто родится, а потом ухаживать. Особенно я видела младенцев в Sims 4. И они такие милые, господи. Я хочу поскорее, чтобы у нее родился ребенок. И я очень хочу девочку. Но, опять-таки, не важно, кто родится. Но девочка было бы здорово. Потому что у нас есть уже один мальчик, который заботится о себе дома. И один, и еще один мальчик, который тоже о себе дома заботится. Наш Мартин. А ты можешь... Работать уборщицей, это странно. Это, типа, убраться в доме? Просто странно звучит работать уборщицей. Может быть, тупо нельзя было назвать убраться в доме? Не знаю, может быть, это действие означает другое. Слушай, зачем ты мог бы съесть печенье, зачем салат готовить? Ест такую ночью. Вы, наверное, тоже в 5 утра так едите? Некоторые, кстати, в 5 утра встают, так что, в принципе, это нормально. Но он даже не ложился спать. Бессонный. Бессонный, блин. Я как сказала это слово, так вспомнила Люка Бессона почему-то. Сделать тест на беременность. Но мы это сделаем чуть позже, когда поедем домой. Я думаю, что... Ну вот, у нас есть еще 3 минуты до конца серии, так что пока она поспит, можно перемотать. Мы поедем домой, сделаем тест на беременность. Ты не мог нормально лечь? Обязательно надо было... Ну, блин. Он, наверное, не хочет мешать своей возлюбленной. Кстати, я хочу посмотреть, как это обозначается. Мартин получает пенсию, это очень хорошо. Да, вот, парень. Родственные души. Это как? Мы же еще пока не родственные души. У нас же свадьбы еще не было. Это все после того действия, которое я сделала недавно. Не знаю. Ладно, в принципе, неважно. Фёдор там бегает, занимается спортом.
нам нужно будет покушать. Я думаю, нам стоит уже вставать. Давайте встанем. Съедим печеньку, которая скоро должна будет испортиться. 2 часа, но мы еще успеем покушать. И потом, думаю, вымоемся в душе. Нам обязательно нужно вымыться в душе, чтобы никто ничего не заподозрил. Ничего такого плохого. Ну, прочитайте описание. Я не хочу это читать. Ну, так. Поставьте стоп и прочитайте, у кого есть желание. А Денчик немножко подремал и теперь сел за компьютер. Что ты там собираешься делать, Денчик? В Sims играть? Ну, играю в Sims. Как в мир в мире. Я играю, он играет. Очень интересно сделали, конечно. Вот, блин, они бы играли здесь в Sims 5. Я помню, в Sims 2 была функция играть в Sims 3. Это было здорово. Ну что, давайте все, давай, быстренько иди. Вымывайся, вымывай все там у себя. Мы немножко поцелуемся страстно с Денчиком. Не могу никак с ним попрощаться, боже мой, он такой славный человечек. Я не могу. Хватит мыться уже, честно, надоело. Иди с Денчиком пообщаться. Она опять проголодалась. Вот посмотрите, какое у нее платье. Что ты вдруг решила вырядиться так? Может, ты нормально оденешься так, чтобы ничего не подозрительно не было? Да уж. Ну, давайте еще сделаем пару действий. Тип-тип, Гиби. О, Квексел. Параса. Ялзеф Бойки. Мне интересно, что это. Сделать предложение. Да, прям и сделаем. Бахира и Миби. Нетушки, еще пока рано. Опять мы голодные. Вы там долго будете? Давай. Все. Мы идем домой. Домой. Опачки. Бежим. Активненько бежим домой. И сдаем тест на беременность. Слушайте, нас должно как-то подташнивать, наверное. Она же не просто так... Как это сказать-то? Просто захотела сдать тест. И она должна что-то подозревать, что ли? Даже не знаю. Да ладно, господи, сделаем. Не будем думать про эти мелочи, которые не всем так важны. Давай ты оденешься в нормальную одежду. Так, тут у нас усталые сидят. Вам... Снусик! Вообще не общался с мамой. Нам через час на работу. Нам пофиг, честно. Сдаем тест на беременность. Бежим в туалет и сдаем. Слушайте, она будет животом, она же еще потолстеет. Еще больше станет. Ладно, ничего, это здорово, что она родит пупса. Что ты такая грустная-то? Не грусти. А, она скучает по семье. Неужели вспомнила про семью? Отлично, она так здорово сдала тест. Это что, у нас пузо уже выросло? Второй триместр через 24 часа? Знание того, что в вас растет новая жизнь, очень будоражит. Ну, на самом деле, она немножко первое время была удивлена. Все-таки она не рассчитывала на то, что она беременна. Ну, конечно, это неожиданно произошло. Вот, но все-таки потом ей дается счастье, и она думает, здорово, рожу еще одного ребенка. Своему сыну буду рассказывать, что я съела испорченный торт, поэтому у меня так пузо раздуло. Да сын-то уже поймет, он же большой мальчик. Играет в игрушки. Давайте мы немножко займемся чем-нибудь интересным, может быть. А, хотя время уже прошло, таймер прозвенел. Ладно, мы увидимся с вами. Что у тебя за костюмчик такой интересный? Какой-то свитер. Тебя надо переодеть. Ты выглядишь... Ты одет как папаня какой-то, который уже имеет 3 детей. Надо его переодеть. В следующей серии вы увидите его новый наряд. Элеонора, есть тортик, который мы на день рождения приготовили своему... Внуку, а это наш дедушка. Ты чё, как ты смеешь? Господи, у него уже пузо большое, как это? Как? Она же... Она так потолстела. Боб, здорово, ты к нам в гости? Чё, дёшево пошёл?
провожать свою маму? Что? Вы что все вышли? Я не поняла. Давайте мы пригласим Боба войти. Какой Джошуа у нас красавчик. Вы просто посмотрите, как он вырос. Я просто поражаюсь. Как быстро растут, а? Ну, общайтесь. Ладно, ребят, пускай они тут общаются, а мы с вами попрощаемся. Мы, это Мартин и Джошуа, и Леонора, которая сейчас будет очень долго и упорно работать. Может быть, мы можем изучать классику, думаю, да. Куда нафиг пошел отсюда? Какого хрена? Нет, нет. А ну, он не понял, кто это. Может, это какой-то прохожий. Ты уходи, нафиг. Ой, не-не-не-не-не. Иди. Просить уйти. У него, наверное, какие-то подозрительные мысли в голову пришли, что он что-то как-то, что-то не то сделал вчера ночью. Ну ладно, пускай проваливает, правда, честно. А, я планирую так, что после того, как Элеонора у нас узнала, что она беременна, она немножко отстранится от Дэна, не будет с ним общаться, видится, наш Мартин будет все прогонять его. Все, а наш Джошуа это просто прохожий, тупо прохожий. Давайте мы пойдем рыбу половим, что ли. Никто не догадался. Ладно, я просто брежу реально. Это же Sims, тут ничего так не продумаешь окончательно, что тут прям отец не знает, что у него есть сын, а потом узнает и вдруг прыгает от счастья или наоборот. Повышает навык рыболовной ловли очень хорошо. Ладно, ребят, всем пока. Все никак не могу закончить. Встретимся в следующей серии. Ставьте лайки и пишите комментарии. Ждем маленького пупса, который изменит нашу жизнь. Всех жизни. И Джошуа. Элеоноры и Дэна, бедного Дэна, который там идет радостный, ни о чем не подозревает, что Элеонора скоро от него отстранится на время. Ну, знаете, то же самое, что и она отстранилась, когда и Джошуа была беременна. Да.